На территории второй очереди застройки микрорайона «Зеленые аллеи» среди многоэтажек возвели модульный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это здание, которое легко собирается и разбирается, изготовили в Ярославской области, в Подмосковье. До сегодняшнего дня подобный формат еще ни разу не использовали. Одновременно в нем может находиться более 100 человек. К празднику Крещения Господнего он наполнится иконами, и здесь пройдет первая литургия. Мы прирастаем достаточно большим количеством жителей, которые имеют потребность в храме, чтобы прийти помолиться, чтобы прийти провести выходные дни за молитвой. И здесь мы не должны забывать о том, что вот эти потребности, которые есть у наших жителей, мы должны также помогать совместно с нашим благочинием, совместно с теми инвесторами, которые работают в Ленинском муниципальном районе, строить такие замечательные храмы. Новый модульный храм Покрова Пресвятой Богородицы – лишь первый этап на пути к полноценному возведению здания церкви. В ближайшее время в нескольких метрах от этого места начнется ее строительство. Она будет самой большой в городе Видное. Храм, в котором совершается богослужение и молятся люди, он уже освещает само по себе, само место и все окрестности. Поэтому, естественно, что и тот храм, который будет построен, он будет, ну, как бы преемником данного храма. Благочинный церквей Видновского округа Дмитрий Березин осветил купол и крест, которые пока будут находиться на модульном храме. Благословляется и освящается знамение и все кресты. Появление нового храма – радостное событие не только для жителей микрорайона «Зеленые аллеи». Чтобы стать свидетелями освящения Покровского храма, семья Фроловых приехала сюда с другого конца города. Для города это очень много значит. Это одно из самых больших событий в городе. Вот одно из самых больших. Не знаю, и для молодежи, и для всех возрастов абсолютно. Это вообще великое событие. Момент, когда купол с крестом подняли в небо и установили на крыше модульного храма, никого не оставил равнодушным. Огромное счастье и благодарность Господу за возможность это видеть, лицезреть. Мне кажется, огромное счастье. Счастье душевное, неописуемое. Модульный Покровский храм будет работать так же, как и обычный. Регулярные богослужения, крещение и венчание. Первая литургия и освящение крещенской воды состоятся 19 января в 9 утра. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.